Подла. 163. Блин. На моей шее. Всем привет, дорогие друзья. Мы находимся в Санкт-Петербурге. На улице, как всегда, прекрасная погода. И сегодня мы с Егром, негром, едем... А, еще забыли одного человека, которого вы все пишете. Это кто? Кто это? Никита Крэк. Я слушаю новый альбом этого. Да, блин, забыл. Вау, Акрус оценит. А вы слушали новый альбом 163 на моей Наш, шее? На моей шее, да, все слушали, Егор. Мы едем кататься в Legend Skate Park, где нас уже часа 3-4 ждет Леня в гордом одиночестве. Вот. Мы сейчас будем перебегать трассу. Передаю привет. Своему зубному. Своему окулисту. Блин, ладно, жестко. Все, погнали. Как он идет смешно. Там бутсы. Бутсы и мячик. Спортивки, бля, олимпийки. А, мы сегодня на английском как раз проходили. Вот t-shirt, cap, trainers. Негр, говори на русском, бля, Егор. A few moments later. Осадите кепочку, это во-первых. И во-вторых, что-то мы на батутах попрыгали, немножко устали. Ну и давайте сейчас позаписываем какие-нибудь трючки. Например, Стексида и Никиты Краюшкина. Там? Ну давай, горячо-холодно играем. Теплее. Холодно. Ну теплее, теплее. Подарок. О, Егор, это мой подарок тебе. Спасибо, Антон. Ой, блин. Хорошо. Привет, дорогие друзья. Вот тут намаж.
ему лопатку сломай, короче, как мне когда. Вся была с этим. Ай! Это уже храк сделал. Итак, мы покатались, сейчас настало время батутов. Наши любимые батуты, где мы часто угораем, вы могли видеть мои истории в инстаграме, как мы там жестко угораем, реально. Дикий рофл, как говорит Иван Зова, и как говорит Леонид 4, 2004. Все. Что ты сегодня будешь делать? А? Что сегодня будет делать? Only hype, guys. Давай. Все, я... Джигдав. Я ставлю это. Жалко в деревне лето. Жалко запах не передается. Жалко запах не передается. Не будет. Нет, это не будет. Блин, Никит, жалко запах не передается от твоих носков. Чувак. Он сосредоточен. Носки? В семье не без урода. Давай. Все, держи сальтушки. Давай. Во, чувак. Да как? Как? Что? Научился, видел? На этом наша рубрика батуты заканчивается. Заканчивается. A few moments later. Всем привет, друзья. Антон опоздал на поезд. Он потратил 1500 рублей, которые улетели куда-нибудь. Никуда. Никуда, вот. Все, а тебе напишу в анете. Сейчас он потратил 2700... Да я это расскажу. 726 потом. Рублей на поезд через 30 минут. Антон хотел за 2 минуты 53 секунды добежать от вагона поезда метро, пересесть на красную, пройти, подняться на эскалаторе, дойти до ЖД вокзала, пройти контроль, добежать до поезда, зайти в него. А на самом деле я почти успел. Типа, блядь. Ну, нихуя не почти. Чувак, мне 30 секунд свободного времени, и я бы сел. For real. Ну все. Давай, последний друг в Санкт-Петербурге будет от тебя. Хуя, там мент стоит. Это не мент, это просто дед старый, чувак. А вот это мент. Вот с Текси, да. Отличная игра. Если бы не знали, я тоже с Антоном еду. Да. Больше не будет Хилди Кейда с блоком. Да. Больше не будет Бартвиза. Бля, Егорка. Вот и все. Кстати, смотрите, какой фон красивый. Подошло время Санкт-Петербурга к концу. Я переезжаю в Москву уже, как вы поняли, я думаю, из названия этого видео. Как вам сказал Егор, я просрал один билет.
за 1500. Ну вот, типа, купил новый, сейчас снова поеду в Москву. Снова, да. Вот. Очень жалко, конечно, ребят, Никиту, Ленечку, Егорку, ну и всех ребят, типа, вы все знаете, что... С кем я катался, вы всех знаете, ребят. Вот, новая эра Москвы. Не знаю даже, как сказать, реально, типа, вроде круто, что переезжаю, вроде обидно. Вообще не знаю, кто досмотрит это видео до этого момента. Напишите в комментах ваше мнение об этом. Ну и, блин, как-то, ну, как-то стоит за такие трюки. Вы посмотрите вообще, как я снял трюки Стексида, трюки Крака, типа, на ширик. Очень круто, типа, красиво. Вот, с вас однозначно лайк, подписочку на канал, все, типа, уверенно идем дальше, дальше больше. Все. Всем пока. И вот вам, наконец, мемасик один.